5 нарушителей масочного режима сегодня высадили из автобусов и маршруток в ходе рейда представители регионального Минтранса, полиции и ГИБДД. После воспитательных бесед ковид-диссидентам выписали протоколы об административном нарушении. Такие рейды проводят ежедневно. По статистике, чаще всего нарушают в маршрутных такси. А реже всего пассажиры без маски можно встретить в метрополитене. Напомню, за пренебрежение санитарными правилами физическим лицам грозит штраф до 5000 рублей, а компаниям-перевозчикам до 300 тысяч. Понимаете, в неделю более 20 протоколов составляется только в результате рейдовых мероприятий. Если мы говорим, ну это на всех видах транспорта, если мы говорим о постоянной работе, ну допустим в частности метрополитен, у них свои показатели, они в принципе за неделю, потому что в круглосуточном режиме тоже порядка 20-30 протоколов составляют.